Добрый вечер, уважаемые телезрители. Прозвучали начальные такты третьей симфонии Скрябина в исполнении Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением народного артиста Советского Союза Дмитрия Китаенко. Это наши позывные. Мы предлагаем вашему вниманию новую программу центрального телевидения «Музыка в эфире». Программа наша носит международный характер, поэтому позвольте вам представить также зарубежных участников сегодняшней передачи. Это прежде всего Едвига Вольска-Стефанович, постоянный корреспондент польского телевидения в Москве, и Вольфганг Мертин, заведующий бюро телевидения ГДР в Москве. А сейчас, если позволите, я обращусь к нашим телезрителям и попробуем рассказать, что же это будет за передача, которой мы дали название «Музыка в эфире». Название это бесхитростное, но, как нам кажется, оно наиболее точно отражает суть передачи. Главным действующим лицом ее будет действительно музыка. Ну, можно было бы сложить целые антологии из высказываний великих людей о том, что же такое музыка, какова ее роль в нашей жизни, но я позволю себе ограничиться только одним пушкинским. Пушкин некогда написал в альбом великой польской пианистки и композитора Марии Шимановской слова, которые вошли потом в «Каменный гость». «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь – мелодия». Пушкин, как всегда, прав и точен, и не случайно у него сопоставление вот этой стихии любви и стихии музыки, потому что и то, и другое необходимо для души человеческой, и уже вот этим определяется роль музыки в нашей жизни. Но есть, как вы знаете, немало проблем, связанных с бытованием музыки в современную эпоху, в том числе и в нашей стране. И вы узнаете об этих проблемах из заинтересованнейшего разговора, который поведут в нашей передаче прославленные мастера нашего музыкального искусства, ее творцы и исполнители. Вот начинается наша сегодняшняя программа с диалога нашего уже крупнейшего, можно сказать, композитора Георгия Васильевича Свиридова и композитора поколения более молодого, но тоже уже весьма известного Валерия Александровича Гаврилина. Мы собираемся поговорить на тему о судьбах, так сказать, состоянии современном и о судьбах движения нашей хоровой музыки, нашей хоровой культуры, которая насчитывает много веков своего существования. Это самая старая культура наша, она многонациональна. Это культура, которая обильно развита во всех республиках. И что самое замечательное, это совершенно не унифицированная культура, а это культура на редкость разнообразная, потому что в ней, именно в этой, так сказать, жанре музыки нашли свое выражение на протяжении истории самые характерные, так сказать, признаки духовного склада народа каждого. Каждого народа. И поэтому, так сказать, эта музыка очень разнохарактерна, очень разнообразна. Мы не мыслим себе развитие советской музыки как имманентно существующего искусства, как обособленного, так сказать. А это искусство современное советское есть наследник, мы, так сказать, должно быть, во всяком случае, наследником всей нашей, так сказать, классических, больших, многонациональных традиций. И не только нашей музыки, но и музыки мировой. Что происходит, собственно, с хоровым искусством? Хоровое искусство по природе своей искусство братское. Оно всегда возникало, расцветало в те периоды развития жизни общества всяких национальностей, у всяких народов. Тогда, когда люди начинали чувствовать необходимость друг в друге, когда появлялся какой-то коллективный труд, коллективное умение, коллективное творчество, появлялась потребность в коллективном общении, когда люди чувствовали очень сильно зависимость друг от друга, когда было необходимо соседу добро, любезность другого своего соседа. Вот так. И вот благодаря вот этим каким-то таким качествам и образовывалось вот такое замечательное искусство, как хоровое, то есть искусство братского общения. И когда в каком-то обществе происходит распад вот этого братства, общительности, то есть когда общество начинает заболевать,
тогда, естественно, начинает и заболевать вот, хоровое искусство. В первую очередь, никакое искусство другое так не страдает, как хоровое искусство. Кроме того, нашествие, конечно, гигантской техники. Ведь техника чем ужасна, что она, не развивая серьезно внутренний мир человека, в общем, очень легкой ценой сравнительно, без личной натуги, без натуги души, без того, чтобы душа, что называется, трудилась, доставляет человеку какой-то вот эрзац, замену культуры, замену общения. Хотя это уже вот тревогу об этом пробил уже больше 100 лет тому назад Лев Николаевич Толстой, который написал, что вот техника, во-первых, откроет доступ в искусство людям серым и малоодаренным, то есть стало возможно будет таким людям просто становиться творцами. А кроме того, вот она именно будет отнимать у людей вот этот рост внутреннего мира, и что техникой могут обходиться только слабо развитые люди. Понимаете, так. Мы надеемся, конечно, что наше искусство хоровое сейчас нуждается, несомненно, в особом внимании государства, потому что такого внимания к этому искусству, такого настоящего хорошего внимания еще, можно сказать, не было. Если скорее было внимание, то было влияние, внимание критическое. Ведь многое из этой музыки было отвергнуто, и отвергнуто скоропалительно, в пылу, в жару, так сказать, борьбы социальной и так далее. Многие ценности сейчас восстановились именно как бессмертные ценности. Мы надеемся именно без государства, без помощи государства, мы не можем решить вопросов, связанных с нашим искусством. Потому что про театральные люди говорят, не надо государства, мы сами обойдемся своими силами, вот будут там в театрах своих вот советы, и сами будем, не мешайте нам, мы сами будем, так сказать, создадим своих Шекспиров, со своих, понятий, Качаловых, Мочаловых и так далее. Но у них такой взгляд. Я лично уже человек старый и считаю так, что такие вещи мы не можем создать без внимания государства. Во всяком просвещенном государстве искусство должно пользоваться огромным вниманием, но внимание государства должно быть просвещенным. Дмитрий Григорьевич, ну вот два наших известнейших композитора поделились довольно серьезными своими размышлениями, я бы сказал, даже как-то наболевшими проблемами. В музыкальном мире действительно помощь государства, видимо, просвещенная помощь государства должна быть сейчас брошена во имя спасения музыки. Но мне кажется, и общественность тут многое может сделать. И этот вопрос я вам адресую не просто как одному из наших талантливейших дирижеров, но и как председателю вот музыкального московского общества, так сказать, мэру Москвы. Музыкальному мэру Москвы. Музыкальному мэру Москвы. Действительно, те вопросы, которые сейчас были подняты, и мы все услышали, они тревожат нас уже многие годы. И создание Московского музыкального общества – это естественный как бы порыв деятелей музыки Москвы объединить все свои усилия и попытаться вывести классическую музыку, вообще музыки и жанры музыкальные на тот уровень, на котором, наверное, они были поставлены на разных ступеньках. Мы считаем, что мы обязаны проводить какие-то разнообразные серии концертов, может быть, даже смешанные концерты, не ставить задачу под галочку, как обычно это было, 10 там концертов симфонической музыки в этом районе, а сколько народу туда придет, это никого не интересовало. Наоборот. Симфоническая программа, один номер, хоровое детское пение, эстрадный номер, но качественный, классный. Вот в чем наша задача. Вы смотрите, атмосфера или иногда, ну, просто сцена зала, ну, того же зала Чайковского в Москве. Это же унылое, в общем, сейчас уже здание, и молодой человек туда, приходя, он не получает перед концертом дополнительного
какого-то ощущения, что это храм искусства. Телевидение подготовило мне данные социологического опроса. Они по всей стране, но я думаю, Москва тут недалеко ушла от общих показателей. Это цифры. Сколько процентов населения смотрит различные музыкальные передачи? И вот таковы данные. Эстраду смотрит 75% от общего числа телезрителей. Народную музыку 54%. Оперетту 44%, балет 14%, оперу 9% и, наконец, симфонию, простите, 7%. Правда, 7% от 280 миллионов тоже немало. Есть для кого трудиться, но все-таки это цифры неутешительные. Мне кажется, что процентный взгляд на классическую музыку, на искусство не всегда должен вот так складываться, потому что мы можем прийти к очень опасной позиции. Рентабельность, то есть полезность искусства классического. Правильно. А мне кажется, что от этого наше искусство очень за последние годы пострадало и потеряло. Потому что, когда мы хотим получать финансовую прибыль, заменяя... Искусство должно быть рентабельно духовно.